Взятки, коррупционные схемы, так называемые откаты и прочие махинации – за все это предусмотрена уголовная ответственность. Вот только не всегда осознание того, что можно угодить за решетку, останавливает нечистых на руку чиновников. Напомнить об этом и вовсе не лишний раз вызвались приверженцы здорового образа жизни. На стадионе «Волга» в Ульяновске прошел велопробег под девизом «Мы за регион без коррупции». Вооружились участники флагами и транспарантами, после чего за машиной сопровождения отправились на улицы Нижней Террасы. Ну, мы сами все видим из средств массовой информации, что да, еще у нас не искорена, то есть это надо акцент на этом делать, бороться еще надо. И, то есть через сознание людей это дойдет, я думаю, придет к тому, что да, мы будем регион без коррупции. Антикоррупционный велопробег стал уже некой традицией. В этом году он прошел в третий раз. Увеличилось и количество участников акции. Вот, правда, средний возраст велосипедистов резко снизился. В основном на маршрут вышли школьники и студенты колледжей. Есть даже воспитанник детского сада. Но о проблеме коррупции юные ульяновцы осведомлены. Россия большая, в России много коррупции. Мы лучше спорт. Вот. Мы за спорт. Против коррупции всегда нужно действовать, потому что это плохо, и не надо всегда надеяться на это. Общая протяженность маршрута составила около 4 километров. Велосипедисты проехали от стадиона «Волга» по Пионерской улице, свернули на Заводской проезд, оттуда на Калинина. Следом направились к финишной прямой, обратно на стадион.